Аль-Каида. Аль-Каида. Да, этого парня звали Аль-Каида. True story. Я надеюсь, все поняли, что это была шутка. Мне, кстати, вот Альтаода единственный стример по доте, которого я смотрю. Вот, ну... Короче, я смотрю доту только соревновательную, то есть какие-то, типа, чемпионаты и все дела. Но если никаких соревнований нет, и мне хочется посмотреть доту, я смотрю только Альтаоду. Я не могу никого больше смотреть, он слишком милый. Мне кажется, у Альтаоды лицо более милое, чем у меня. Хотя, казалось бы.